Вовка собирает простыню. Лёшка, что ты делаешь? Такая. Ну. Короче, подъезжаем, скоро будем. Куда мы пойдем, Лёха? В магазин. А, в магазин, да, сначала? А в зоопарк? А как же слон? Окей. Приезжаем к Дарнице. Следующий Киев, походу. Так, ну что ж, вот мы и подъезжаем. Видно, да, что мы подъезжаем? Да, это получше снимает. Лёшка, ты доволен? Ты скоро увидишь слона. Он сам как слон, видишь, довольный. Довольный, капец. Чайку попили уже. Вот. Как подъедем, встретим группу остальных сталкеров. И с ними уже продолжим свой путь. Вот уже люди готовятся, да? Я лицо снимать не буду. Вот. Ну, какие ощущения? Настроение бодрое? Да, ну да, после чайка бодроватое. То есть чаек взбодрил, да, на зеленых травах? Не, в ожидании слона. А фито-чай так вообще, наверное, разогнал. Фито я не пробовал. Это по-серьезному. Ну что ж, дальше будем посмотреть. Так. Так, ну что, мы выходим. Класс оставляете, да? Да, мы оставляем, но у нас просто сверх перегруз идет. Ага. Это было его это. Употребить. Да вот не употребить. Так, знаешь, это хлеб. В аэропорту говорят, что нельзя же больше 2 бутылок водки порожать. Ну, сразу 2 раз. Все, ничего не видит. Окей. Ничего, что-то тебя не... Пусть ты там гады покашляешь, тебя бежали сегодня целую ночь, целый день. Я же целое утро обижаю, что ты плачешь, да? Что нас не выпускают? Так тут дверь. Когда плачет, давай. Так, сейчас мы выйдем. Встретимся с остальной группой сталкеров. Так, вот Вовка, вот я, встречаем остальную группу. Где все?
вот наша типа группа, короче, пошли. Лёха, а ну на, поснимай. Да не, да 2 секунды. Что ты хочешь? Бластер положить в внутренний карман. Ну, ступеньки, я буду. А я тебя просил. Лёха, что ты мне сегодня испортишь трат? На. Давай. 2 минуты не мог впереди поснимать. Лёхе видно, что он доволен. Да, блин, покурить думал. Пацан покурил. Просто Лёха такой человек, он строит свои планы, невзирая на планы всемирного масштаба. Если он хочет покурить и кайфануть от этого, а не может этого сделать, ну тяжко ему, короче. Так, вот наша группа продвигается. На какой маршрут? А я не знаю. А что, нельзя электричкой поехать? Ой, метро. Пахнет. Шаурмой пахнет, да? Мы тут идем. Понятно. Леха, ну как первые впечатления? Сарай. Сарай? Ну, короче, в Дружковке круче, да? Конечно, там природа. А тут коробка. Можно на бревно сходить, за Евгением. Нету таких мест. Да? Короче, вот он вокзал. Сейчас мы куда-то поедем. А, мы ждем автобуса. Троллейбуса. Троллейбуса, да? 12-й. Какой маршрут? 12. Вот, одинокий сталкер. В Дружковке найти. Одиноких? У нас все одинокие сталки. Пошли в Макдональдс. Да какой Макдональдс? Мы едем. Это не наш троллейбус, короче. А сколько стоит? Держитесь. Да, Лёшка, пробивай. Лёшка и мой. Два сразу, а ну давай. Смаёшь? Такие две дырочки. Всё, а нет, так 4. Надо ухромать. А куда мы едем? В хостел, да? Все, едем в хостел. Потом в зоопарк, потом в Макдональдс. На улицу! Угоняет одинокого сталкера. Добрый человек, сжалился. Чувак, как хреново, что у меня с зарядом мало. Чё ты бегаешь? Такая, на движничке все. Хорош. А это, ребята, сталкер офнулся и вышел из игры.
Ну что ж, вот мы немножко потерялись. Где-то они там встали. Ну как, улицу там и нашли, короче. Надо еще найти номер дома. Ребята штудируют GPS-ом. Да, туда. Назад возвращаемся, вот, да? Тут. То есть откуда приехали. Ну тут есть такой парк небольшой. Увеличивать не могу. Я думаю, будет видно. Ну а теперь у нас неплановый квест. Найти хостел. Где он находится. Че? Да. Идем правильно. Правильно идем, да? Да. Отлично. Там метро справа должно быть. Улица Льва Толстого на пересечении. Времени сколько нам примерно идти? Можно рассчитать маршрут? Да, я не знаю. Ну ты нашел триа, да? Да. Бля, у всех GPS. Да, ты что? Только что-то поздно кидаться. Ну да. Вы не поверите, мы нашли нашего потерявшегося сталкера. Вот он. Ну он типа по-своему там. Пошел за артами. А мы продолжаем идти. Сейчас должен быть фуршет, да, на повороте? А ты снимаешь, а что ты не фото? А ты фото. Вот. Алло, блядь. Алло, фото. Ты вообще. А он вообще. Еще один сталкер офнулся. Мы еще доехали до Чернобыля. А тут одни сталкеры. Так, пошли, Вовка. Иди ломай замок. А что, замок ломать надо еще? Да. О, вот мы типа и пришли. Ну конечно. Диди. Диди. Магазин инсайдер умных устройств. Сейчас подберем код. О. Ломала, да? То есть она знала код. Как же она дергается? Вот мы типа и дошли. Находится это на самом верху. Тип, и даже лифт есть. По половине. О, а вы карту взяли, да? Mm-hmm. Это карта всего Киева, что ли? Походу, да. Угу. Круто. Ну, извините, мы тогда первые. Так. Жми номер один. Ну, как вам хостел, ребят? Да ничего. Срань господи. Да ладно. Шо, ладно. Ты куда мы, в зоопарк едем? Едем, да, ну, сейчас. Все, поехали. Саня, ты у деда дома был? Не там был. Там лучше. Лучше даже? Конечно. Ну, вот я знаю, что у меня точно хуже, чем у деда. Так, что? Теперь направление зоопарк. Арсенал отсюда. Так в переходах есть там. В метро в том же самом есть. Ну так, ну что, мы отправились, короче, в путь, в зоопарк. Вот, отделились от основной группы. Идем втроем. Я, Вовка и Леха. Привет. Оу-е. Надо еще булочки поснимать. Желательно круглые. Город красивый.
Вот, время сравним. Не видно. Ну что, заходим куда-то, я не знаю. Ну что, наконец-то, проехав все пункты метро, мы добрались до станции Политехничная, да? Вовка, я уточняю. Вот. Пошли покурим, пацаны. А посидеть. И, короче, двигаемся в сторону зоопарка. Но Леха хотел посидеть, попить пивка. Он уже доебался. Пешком дойдем, короче. Ну, да, короче, наляю. Да. Так, ну что ж, пока все, будем ближе. Продолжаем свое путешествие. Вот первое животное, прямо возле зоопарка, которое мы увидели. Стараемся его не беспокоить, может, он нападет. Здорово, дружище! Здорово! Как дела? Он, походу, ну, того поел. По нему не видно, что он голодный. У меня там есть кусочек шаурмы. Можно было кому дать. Парни фоткаются. Две зеленые оранжевые. Дальше там буйвол стоит. Проход. Есть одна проблемка. Сколько мы ходим, я еще не нашел ни одного банкомата Приватбанка. Надо снять немножко денежек. Сейчас посмотрим, как-то это решим. Лёха! Ну вот, Лёха идет к своей мечте. Лёха, карту. Страусы, вот они. Их кормить можно. Где? Я, кстати, вот спрашивал, вейп нельзя здесь парить? Не бажано взагалі, как она сказала, или как это? И, короче, вот по обозначениям... Где? Давай я 60 гривен заплатил, чтобы кошакал. Да, ты заплатил все. О, животные, наконец-то. Я поставлю сейчас на паузу, мы продолжим.